Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет! Тут у нас такая новость. Вот Xiaomi Mi Note 5 с дуалным стеклом вновь показали на рендерах. 25 августа в Пекине состоится крупная презентация Xiaomi, на которой представят сразу несколько смартфонов и, возможно, умные часы. По некоторым данным, нас ждут смартфоны Redmi 4, Redmi 4 Note и Mi Note 2. Первые часы компании со смарт-функциями. Пользователь Weibo Juma опубликовал изображение топового смартфона Mi Note 2 с изогнутым стеклом на передней и задней панелях. Утверждается, что такое решение получит название 3D-стекло. Данный автор отличается большим числом достоверных утечек, и потому к данному изображению мы относимся с доверием. Рендер подтверждает некоторые спецификации: 6 ГБ отзыву, 128 ГБ встроенной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 821, 5,5-дюймовый OLED-дисплей, сканер отпечатка пальцев в кнопке «Домой» и двойная основная камера. Предположительно, стоимость этой версии смартфона составит $423, тогда как модель с 64 гигабайтами ПЗУ обойдется покупателю в $377, то есть, простите. Ну, в принципе, 64, если там 6 гигов и такой же процессор неурезанный будет, то $377, я думаю, это отличная цена. Да, в принципе, 423 недалеко. Что уж там, 128 гигабайт все-таки лучше. И, как говорится, много памяти не бывает. Поэтому стоит брать, конечно, максималочку. Вот такие вот у нас новости. Всем спасибо, пока. Понравилось видео? Поставь лайк и обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео.